Сегодня Международный день КВН. Клубу веселых и находчивых 58 лет. За этот весьма продолжительный период ярославские команды нечасто попадали в телевизионные лиги. Однако сейчас в премьерке сразу два коллектива из нашего региона. С одной из команд «Шурочка», финалисткой прошлого сезона, сегодня встретилась наш корреспондент Алена Стецук. Сезон 18-го для семибратовской команды «Шурочка» стал дебютным в премьер-лиге. Ярославцы прошли к Маслякову-младшему после отборочного фестиваля в Сочи. Старший Масляков нас смотрел один раз на финале. Вот, есть перед игрой за день показ. Вот, Маслякову-старшему. Он читал газету, приподнял глаза, ближе к концу визитки посмеялся. Потом дальше стал читать газету. Сейчас игроки готовятся к следующему фестивалю, рассчитывают пробиться в высшую лигу. Каждый день мы собираемся вот в Дворце молодежи. Кстати, спасибо всему Дворцу молодежи за то, что всегда нам помогают и предоставляют условия, вот каких мы раньше мечтать не могли, потому что мы писали то в подъездах, то в гаражах, то в пожарке. В пожарке – это на работе у игрока команды Стаса Репьева. Он 6 лет был спасателем, вытаскивал людей из огня. Сейчас службу оставил, игра в приоритете. Я, возможно, может быть, там остался, но все-таки это сутки трое, то есть сутки из твоей жизни забирают. Тебе нужно сутки спасать людей, а не писать шутки. Поэтому, возможно, после этих суток тебе еще сутки понадобятся на восстановление, потому что иногда бывают серьезные пожары. В минувшем сезоне «Шурочка» побывала на грани. В 1/4 команда слетела, но ее все же добрали в следующий этап. Земляки показали, на что способны. В номерах участвуют даже звезды. Шура, например, заменил капитана команды, когда тот, кстати, тезка, сломал ногу, причем по-настоящему. Здрасте, а вот и «Шурочка». Впоследствии фронтмен все же появился на сцене, а перелом даже обыграли. Полуфинал я смотрел, и остальные игры я сломал ногу и лежал дома, просто смотрел один. КВНом участники «Шурочки» живут порядка 10 лет. За это время в команде образовались пары, например, Катя и Паша. Как-то абстрагируешься от этого всего, и он уже сокомандник больше на сборах у тебя. Вот, а тяжело просто, потому что мы весь день вместе. Вот, идем домой вместе, вместе сюда приезжаем, вместе день проводим. Но, тем не менее, вроде не ругаемся, пока все нормально. Впереди у «Шурочки» новый фестиваль и новый сезон, возможно, в главной лиге страны. Алена Стецук, Василий Мосин, новости города.